солнышко только встало. Даже муравьи еще вон какие вялые. Еле шевелятся. Все ждут тепла. Плюс 10 всего с утра. После жары непривычно. Ну, шиповника сколько? В этом году будет урожай. Еще не созрел. Но видно, что много будет. Вот интересные кадры. Вот эта бабочка называется перламутровка большая лесная. И вот сразу в двух расцветках на одном цветке. Прям видно, как хоботками из цветов нектар достают. Красотища вообще. Ну вот и первые грибочки. Сыроежки мы не собираем, поэтому оставим их в покое. Пойдем дальше. Опять сыроежки. Да, при желании сыроежек можно не собирать, конечно. Вот они красавцы, хорошие, крепенькие. Какой-то красавец перья потерял. Похоже, хищник какой-то. Вот они. Черники в этом году много. Ну, черникой мы уже запаслись, поэтому собирать не буду так. Пару жменек съем и все. Вот я сколько. Ну, а тут и подосиновик спрятался. Большой, но вроде крепенький. Упругий. Заберем. Опять сыроежка. Да, любители сыроежек могут радоваться. Ну, это волнушка, пока у них не сезон. Одну брать не будем, их готовить отдельно надо. Вот так брусничка растет. Ну, здесь лес не брусничный, поэтому ягод немного. Ну, пощипать, поесть можно. Вот она красавица какая. Тут же и черника, и брусника. О, а вот и красавчик, за которым мы пришли. Хороший какой, чистенький. Пойдет. Старый подберезовик. Даже нагибаться за ним не буду. Бесполезно. А вот такой возьмем. Хорошенький, молоденький подберезовичек. О, красавец подосиновик. За таким не грех наклониться. Вот он, красавец. Вот еще один. Забираем. Да, грибочков немного, но немножко вырастают. Ну вот весь скромный урожай сегодняшний. Ну, на хорошую сковородку хватит. Будем ждать нового слоя.